Вечерний Сочи, набережное море, самый центр города, и вот развлечения. Девушка играет с огнем. Вот вокруг нее любители посмотреть. Огненные факелы в руках магии. Вот она, вечерняя набережная моря. Погода очень теплая. Время около 9 вечера. Везде стоят кафе, люди сидят. Кто-то пьет кофе, кто-то более сильный напиток. Везде звучит музыка. Все отдыхают, наслаждаются погодой и морем.